если бы вулканическая активность на поверхности Земли не прекращалась никогда. Представьте себе Землю, на которой постоянно происходят вулканические извержения. Интересно задаться вопросом, что произойдет с нашей планетой в таком случае? Ответ ученых ясен и прост. На такой планете никогда не существовала бы жизнь. Раскаленная лава беспрерывно растекалась бы по всей Земле и превратила бы все живые существа в пепел. Ядовитые газы, выходящие из вулканов, снизили бы количество кислорода в воздухе. Атмосфера перестала бы быть источником жизни для живых существ, и с первым же вдохом мы, отравившись газами, мгновенно умерли бы. Активность вулканов была бы причиной постоянных землетрясений, и Земля не могла бы быть безопасным местом для обитания живых существ. Всевышний Творец создал вулканы согласно превосходному плану и расчету для обеспечения тончайшего баланса жизни и создания самых благоприятных условий для человека, равно как и всего сущего на Земле. И долг человека размышлять над совершенством Господних творений и познавать могущество Творца, стремиться к осознанию Его величия и мудрости. Таково повеление Господнего вероустава. Поистине, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи, есть знамение для тех, чей разум чист, для тех, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и когда лежат, и размышляют о сотворении небес и земли, и говорят: «Господи наш, Ты сотворил все это не напрасно, велик и славен Ты, охрани же нас от мук огня».